Нижний Новгород до сих пор продолжают расчищать от снега, хотя с момента сильного снегопада прошло полторы недели, во многих дворах ситуация по-прежнему не слишком хорошая. Дворы – это зона ответственности домоуправляющих компаний, и их работу контролируют городские власти. В целом по домоуправляющей компании работает 180 человек дворников, 13 единиц МТЗ техники для расчистки придомовой территории. Дополнительно нанимается тяжелая техника порядка ежедневном режиме, порядка около 5 единиц. Также берем большую технику КАМАЗы под вывоз снега. Вокруг улицы Заломова, где достаточно исторически сложившиеся узкие проезды, и в целом снегопад здесь практически парализовал движение как легковых машин, так в целом и мусоровозы не могли проехать контейнерным площадкам. Эта работа ведется планово. Каждый район имеет план мероприятий на ближайшие 5-7 дней. Там, куда приходит эта уборка, работают все. Управляющие компании, ТСЖ, ДУК, хозсубъект, разумеется, муниципалитет. И целью такой уборки является, что мы отсюда уходим, и в микрорайоне порядок. Мы сюда до следующего снегопада больше не возвращаемся.